И снова здравствуйте, с вами Техномакс, это Рафт, мы продолжим. И я предлагаю сейчас открыть новых персонажей. Конкретно один из новых персонажей находится вот здесь, на радиовышке. Только я с нее, блин, упал. Это первые координаты с самым первым персонажем, радиовышка. Самый верх, давайте поднимемся. Это, кстати, другой плот, не обращайте внимания, я просто загрузил другое сохранение, чтобы, ну, тот корабль из прошлой серии, чтобы остался возле утопии. Вот она сидит, Тала, которая устала. Давайте поговорим, чего она нам скажет. О, знакомое лицо! Гадаешь, как я тут оказалась? Длинная история, очень-очень длинная. Кстати, крутой плот. Если понадобится ремонт, зови. Вообще-то, теперь я что-то вроде морского эксперта. Ну а как иначе? Мир-то затонул. Супер, поплыли? Поплыли. Открыт новый персонаж. Тала. Вот. В прошлый раз мы открыли японца Шога. А теперь я предлагаю плыть на другие... Попаду на другие точки интереса, в которых находятся другие персонажи, и заодно узнаем, что они нам скажут. Теперь следующий пассажир. Находится он у нас на острове Бальбоа. Вот здесь, на станции радио номер 6. Вот он. И его зовут Джонни. Дружище, можешь подсобить? Буду должен. Спасибо, без тебя я был бы уже не жилец. Совет тебе на будущее, не лезь обниматься с медведями. Значит, у тебя свой плод. Если понадобится грубая сила на борту, я к твоим услугам. Вот так, таскать тяжести мой профиль. Теперь у вас новый игровой персонаж Джонни. Отлично. Отправляемся дальше. Вот, теперь из ненайденных персонажей... Последний остался в плавучем городе Тангароа, а конкретно вот в этой отстрелянной командной рубке, которая была вон там на самом верху города. Поплыли к последнему участнику наших приключений. А вот она. Элейн. Эй, ты, вытащи меня отсюда. Спасибо, в следующий раз предупреждай перед запуском. Я пыталась уплыть после первых выстрелов. Тангароа был обречен с самого начала. Если поможешь мне оказаться подальше отсюда, дам тебе бизнес-консультацию. Между прочим, в юности я занималась парусным спортом, побеждала в чемпионатах. Я тебе пригожусь. Прекрасно, можешь на меня рассчитывать. Элейн. Все на борт, новое достижение. Хе, нормально, то есть мы, получается, запустили ее вместе вот с этой вот командной рубкой, она тут сидела пристегнутая. Или успела потом пристегнуться. Варуна Пойнт, ну да. Да, баг для воды, это все эти ненайденные чертежи, типа... Ну, вот теперь вы знаете, где находятся все игровые персонажи. Шога мы находили в Темперансе. Это северная или какая там локация. Короче, там, где снег. Да, и мы вернулись обратно на мой любимый плот. Самый большой, самый продвинутый и самый удобный. И нас ждет утопия. Сейчас я приготовлю какую-нибудь жратву, и мы поплывем в местный порт. Ну, в общем, я специально дождался утра, чтобы можно было все как следует рассмотреть. И, кстати, теперь же якорь отсюда достается, прямо с пульта. Ну все, поплыли.
заплывем в порт сейчас, посмотрим, как тут живут или не живут люди в бывшем затопленном куске мегаполиса. Построено-то. Неужели в затопленных зданиях на верхних этажах невозможно жить? Это странно. Это огородики тут. Ничего себе. Кстати, местность-то не маленькая. А, хорошо, сейчас мы заправимся полностью, чтобы можно было спокойно бегать. Хотя бы какое-то время. Ну, пойдем. Осмотримся. А, тут нужна лопата. Это ничего себе, тут сколько выкапывать. Ладно, выкопать мы все это успеем. Удерживать для плавного вращения. А, это головоломка с подачей воды. Я понял. Вот тут по шлангу вода заходит. И заходить она должна куда? А тут, кстати, входов-то так немало. То есть нужно сделать таким образом, чтобы вода заходила и туда, и сюда, и прям везде. Но тут отверстий быть, по идее, не должно. Офигеть. А, немножко не совпадает как-то. Или вот так. А нет, совпадает, смотрите-ка. Ну, значит, это должно быть так. Только как-то непонятно оно все. Не так должно быть. Блин, а. Задали задачку. То есть нужно сделать так, чтобы все огороды сразу взяли и полились сами. О, какой пол прикольный, деревянный. А мой дом... Бак с водой, водяная помпа и три поливальных машины. Журнал Утопии Детта, сверхсекретно. У меня свой плот, да еще и с настоящими воздушными турбинами. Будь у меня больше мощности, ух, какие бы я проводил эксперименты. Но тут появился этот псих, Улов. Он уже выгрузил клетки и теперь обещает всем помочь вместе со своей армией. Когда я видел его последний раз, Улов Вилкстром уничтожил караван. Я ему никогда не прощу. Надеюсь, Ханна с Рубином меня послушают. Ему нельзя доверять. На всякий случай я решил усилить систему безопасности своего плота. Эта карта только для самых умных, вроде меня. Ага. Система безопасности. То есть, пока мы не приведем в порядок водяные насосы, что-то не откроется. Но это, в принципе, неплохо. Неплохо, довольно разумно, я бы сказал, в некоторых обстоятельствах. Угу. А что же у нас на самом верху? Понятно. Ящик с припасами, не без этого, и гарпун. Требуется канистра углекислоты и гарпун. То есть на тросе нужно будет ехать вон туда, где отмечено крестиком. А я думал, что это подзорная труба, чтобы посмотреть, что там. Ну, ладно. Немножко не угадал. И, кстати, странно, блин. Выглядит здание не очень ушатанным. Почему бы не жить в нем? Разве что его может подмыть, и оно рухнет. Это единственный минус.
Неизвестно, насколько оно затоплено. Ладно. О, спасибо, лопата. Да, а парнишка-то этот очень смышленый, который делал водолазную эту штуковину с велосипедом на острове торговом. Требуется третья часть шифра Детта. Ну или три части. Ух ты! А у него там какие-то штуки интересные такие, я вижу. И я вижу, там лежит новый этот самый чертеж. Ладно, сейчас мы разгадаем все его чудесные головоломки с водой, я надеюсь. Итого тут три этих самых поливалки. Так, ну камни мне не особо нужны. Так, еда, еду оставим. Сачок. Сачок мне нахрена. А тут, наверное, еще придется... О, спасибо, выпивка. Сок. Тут еще придется, небось, запускать всю эту систему, да? Или нет? Дед был здесь. Небольшая приколюха от нашего юного изобретателя. Какая-то штука, но это помпа, которая дает воду и, видимо, больше ничего. Блин, лук. Вот она идет, идет, идет. А, то есть это наоборот идет сюда. Ой, все непонятно. Ой, все сложно. Ну, блин. Это идет вот как-то сюда, потом здесь вот так. Оп. Что-то у пацана, по-моему, этого слишком много шланга было лишнего. Он вот такими кольцами здесь пустил, хотя можно было все напрямую проложить. Сэкономить шланг. Ладно. Хозяин, барин, понастроил он тут, конечно, знатно. Пойдем в обратную сторону от шланга. Ну да, вот он, очень мощный насос. Не шевелить. Требуется электричество, которое производилось вон там на генераторной. Да, у него все сделано неплохо. Да только как-то непонятно. Ладно, требуется электричество. Пойдем искать электричество. Бамбуковые такие двери всякие. Блин, как туда попасть? Тут как-то понастроено так все нелогично. Какие-то ходы, переходы где-то то туда, то сюда, блин. А мостики напрямую кинуть вообще не вариант было. Ё-моё. Откуда он столько дерева взял? Сам вырастил, что ли? Капец, как неудобно. Тут получается еще и этих три штуки. Или сколько генераторов. Ну вот я вижу еще один, как минимум. Да, двери позакрыты. О, а ты кто? А, это Гиена, кстати. Это новый персонаж. А, нести? Ящики носить? А куда? Ты что, не собираешься со мной воевать, что ли? А, собираешься, вижу. Только она пугливая, капец. Хотя при ее массе она бы меня сожрала целиком и не подавилась. Так, голову ты мне не дала, да? Ладно. Сейчас спросим его у твоего друга, может, у него башка есть для нас. Для коллекции. Да ну стой ты.
Ты куда меня понесла, алё, собака? Нихера себе. О, голова гиены. А куда ящики эти таскать? Они для чего-то тоже нужны. Трындец, блин. Плюсики какие-то, чего, блин? Или мне сейчас нужно складывать ящики друг на друга, чтобы залезть наверх? Офигеть. Ладно. Вот же ж понапридумывали всякой фигни, а. Это так, так и вот. Так, я нашел один кабель. Ой, блин. Да. Просто так с наскоку это явно не пройти. То есть мне еще придется таскать ящики туда-сюда, как я понял. А... И как? На эту крышу попадать вообще каким образом? По тросу? То есть нужно, получается, вот сюда поставить все ящики? Где плюсик? Наверное, да. Блин. Гемора понапридумывали. А я вообще смогу туда залезть на такую высоту-то? Или тут можно вот так сделать? Да, такого я еще не видел в этой игре тоже. Но с другой стороны, это хорошо, потому что расширяется функционал. Расширяется, опять же, расширяются возможности головоломок разных и прочего в таком духе. То есть уже как-то интереснее, необычно. Ну, ладно, тут, допустим, мы залезли. А, ё-моё, тут еще кабель натягивать надо. Нифига себе. Что-то все в кучу здесь, конечно, закинули. И натяжку кабеля, и все-все-все. Ехать по зиплайну туда. А куда кабель тянуть? Туда, что ли? Это понял. Это по вот этому зиплайну надо ехать. Давайте хоть осмотримся. Ага, кабель. Где там фонарь наш сверхмощный? О, открыли ход. Вон еще ящики стоят. Ладно, натянем кабель. Вот сюда. Один есть. А чего его запитывать? Как бы я других особо точек крепления кабеля не наблюдаю. Ладно, съедем сюда. А, вот еще одна точка крепления. Ага, вот это вот туда. Ох, веселуха, блин. Там вон вижу следующую. Еще ящики. А куда их? Наверное, сюда, что туда перепрыгнуть. Не знаю, блин, капец. Тут столько всего, что башка пухнет. Или их вон туда надо поставить, чтобы залезть аж вон на то самое верхнее, да? Кстати, очень вероятно. Так и есть. О, и монетка. Эй, чуть-чуть ударился. Ну, это вот отсюда от генератора нужно тащить сюда, а потом отсюда тащить туда.
О, еще вижу кабель. Еще ящики. Да блин, сколько вот ящиков этих? Нахрена их так много? А. Да? Это чтобы туда залезть? Ну вот, монетка еще одна, хорошо. Это только ради этого нужно было. Но тут монеток нет. Блин, я уже потерялся и запутался. Зачем так много всего? Ну, давайте попробуем. А! Я же упал, я же теперь наверх не залезу. Понятно, зачем ящики, чтобы можно было залезть обратно, упав вниз. Тогда куда? Сюда их ставить? Так, в общем, немного помолдохавшись, я там ящики перенес. Пора уже наконец-то всю эту трахамудию подключать, чтобы она работала. Это, наверное, должно вот сюда идти. Ну, так и есть. Вау. Отлично. Есть индикация, что идет ток. А теперь отсюда натянем его вот сюда. Тыдыс. Ток пошел, 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 пошел и закончился вон там. А если он закончился там, значит, оттуда его нужно вести... Видимо, вот сюда. Ну, так и есть. Ну, потащили. У нас вот, к счастью, уже лесенка открыта. Готово. Пошел ток, пошел, пошел. И там, кажись, что-то заработало. Все, значит, генераторы мы тут соединили, и нам тут больше делать нехрен. Еще два ящика. Зачем? Их так много для того, чтобы осматриваться тут, лазить. Или для чего? Но есть еще вот этот кабель. Или, в принципе, по нему-то ток и идет сюда, наверное. Потом дальше, дальше, дальше туда. Нужно возвращаться сейчас к полям. И посмотрим... Что ж там за водопроводные такие головоломки? А еще вот та какая-то часть есть. О, блин, чувствую, тут будет долго. Так, где там лопата наша? Фу, блядь, какая хуйня нехорошая. Это что такое? Как вас убить? А, они сами пропадают. А нафига это копать тогда? Может, он что-то спрятал здесь? Ну, вода идет. Хорошо. Не-не-не-не-не, нахер вас, животное, блин. Еще меня всякие клопы тут не жрали, это вообще обидно. Он, наверное, что-то здесь закопал, как мне кажется. Ага, я нашел первую часть шифра Детта. Отлично, значит, он закопал тут шифр, вот зачем нужна лопата. О, да, весело будет. Ну, вообще, это хитрожопый план такой. Заставить перекопать себе огород на халяву. Просто говоришь, что ты где-то потерял сокровище в огороде, и все. И тебе приходят, блин, за часть вознаграждения копают весь огород. За маленькую часть. Хотя там на самом деле ни хрена нет. Но правда, после такой приколюхи те, кто копал, могут и хозяина огорода закопать за такие шутки. Прямо в этом огороде. Ну,
Тут уж, как говорится, как получится. Я, блин, какие-то муравейники раскапываю или что? Какого хрена какие-то жуки постоянно вылезают из этой грязюки? Это тля какая-то огородная или что это за хрень? Нужно пестицидами все это обработать. Ну, писец. Тут столько ямок, а у меня кончилась лопата. Ну, охренеть теперь. Сколько мне этих лопат надо? Я так что-то пораскинул сейчас. Давайте посмотрим все остальное здесь вообще, что находится. И куда можно залезть. А насчет вот этих головоломок с поливалками, я попробую разобраться как-то самостоятельно, наверное. Иначе это займет тучу времени. Слишком много. Потому что это как-то, ну, очень сложно. Сейчас попробуем залезть наверх, может быть, куда. А, требуется два ключа от входа. Ну, блин, это бамбук. Это веревки. Это все рубится топором. На крайний случай сжигается. Ну, какого хрена? Такой глупый замок вообще. Тут ничего внутри нету. Везде монетки, как будто здесь торговый автомат где-то есть. А может и есть. То есть получается, наверх нам не попасть вообще ни в коем случае. Просто так. И тут что-то прям очень закрытое. О, сколько цепей. Требуется ключ от тюрьмы. А, записка. От жителей Утопии. Не доверяйте Улафу Вилкстрому. Когда он появился, мы поверили его словам. Он использовал нас, а теперь всех бунтовщиков бросили в тюрьму. Иными словами, вообще всех, если вы это читаете, знаете, Улов, скорее всего, на рынке наверху. Берегитесь его бешеных тварей. Пожалуйста, заберите у него универсальный ключ. Освободите нас, освободите Утопию. А, ключ от входа. Там кашляют. За дверью. Разговаривают. Там что, люди сидят? Ключ от входа получается. Один ключ от входа у нас есть. Так, а это куда ведет? Это просто никуда? Просто так? Или это опять нужно ящики сюда носить, чтобы залазить наверх куда-то? Непонятно. Пойдем. Тогда этот ключ, наверное, нужно применить сюда, в главный вход. А, нет, требуется сразу два ключа от входа. Вот он, ключ от входа. Часть шифра. Головоломки. Да, ни хрена себе. Намутили, блин. О! А это подъемные мосты. Такие же можно построить у себя на плоту при необходимости. О, лопата, еще одна. Ё-моё. И тут, блин, огороды, грядки. Это капец. Сколько он их наделал-то? А, еще одна часть шифра Детта имеется. Может быть, можно раскопать шифр, а получается головоломки с водой, они вообще к этому отношения не имеют. Ну, я во всяком случае на это очень надеюсь. Что хотя бы шифр мы сегодня узнаем.
Фух, ну в общем я копал-копал, перекопал пол огорода и наконец-то раскопал третью часть шифра. Надеюсь, сейчас мы сможем войти, чтобы посмотреть, что же у Детта дома. А, так, три части шифра у нас. А, ну они просто так. Он сам открывает. Во. Шикос. Так, это уберем. Что-то он тут ни хрена себе наворотил. Монетка. Какие-то крутилки. А это что? О, большой рюкзак. Большой рюкзак, это хорошо. Гарпун. Ёлки-моталки. А, кстати, гарпун. Он же нужен был для гарпунной пушки. Точно-точно. Так, это съесть. Каменная стрела нафиг. Это выпить. Камень. Красная дыня. Да есть уже у меня такой рецепт, блин. Так, мало того, что красивый, так еще и заметно инвентарь расширяет. Большой рюкзак. Все, теперь мы это умеем. Взяли гарпун. Вот он. Так, это кабель 5 штук, гарпун, ключ от входа. Это все старые предметы. Ну, кроме монеток. Монетки торгового автомата у нас получаются универсальные и работают везде. Так, а что там надо было кроме гарпуна, чтобы попасть туда, а потом попасть куда? На ту сторону, что ли? А, канистра углекислоты. Я про такую даже не слышал. Углекислота. Может быть, углекислота это как раз-таки получается вот после решения вот этих головоломок с поливалками. Ох, я чувствую, у меня мозг ломанется нафиг, если я сейчас буду все это решать. Но решать придется как-то. Ладно. Давайте тогда пока что остановимся прямо здесь. Потому что тут, ну, очень много всего. Я думаю, в следующий раз уже продолжим. А я пока порешаю эти сраные головоломки. Все, всем спасибо за внимание. С вами был Техномакс, это был Рафт. И всем до новых встреч, всем пока.